Алло, Светлана, добрый вечер еще раз. Да, добрый. Это Нина, Baby Love Kid. Сейчас удобно говорить? Да. Да, я по поводу органайзера для детских документов. Вы у нас в группе ВКонтакте заполняли анкетку. И там был вопрос, да, сколько стоит органайзер? Смотрите, мы вам, да, очень благодарны за то, что вы ответили на нашу анкету. Вот, и для вас специальная стоимость. То есть он для вас стоит не 1700, а 1370. Как вам такая цена? Она вас не пугает? Вообще пугает. Вообще. Это так дорого. Это дорого, да? А скажите, сколько, по-вашему, он может стоить? Потому что мы сейчас проект только запускаем и хотели бы знать, ну вот, за сколько будут такие папочки покупать, готовы покупать? Да, а он из чего сделан? А, давайте расскажем. Внутри файлы, я так понимаю, да? Да, смотрите, вкладыш, который идет внутри, он сделан из ПВХ. То есть ПВХ очень хорошего качества, не нужно бояться, что, например, документ туда положил. Иногда просто такое бывает, мы с таким уже столкнулись, а буквы от документа могут прилипнуть. То есть у нас очень, очень хорошие, там даже не файлы, это вот такой материал специальный, который не дает прилипать документам. И хранить там их удобно, потому что эта папочка рассчитана на два комплекта детских документов. То есть если у вас не один ребеночек, а два... Вот, можно хранить, получается, два. И обложка. Обложку, на самом деле, можно выбрать. У нас есть варианты, вот, собственно, как и ПВХ, да, вот этот пластик. На нем может быть любой рисунок. Либо можно выбрать текстильный вариант. Ну, наверное, видели такие обложки. Такой плотный текстиль. Вот. Рублей 500. Хорошо. Спасибо вам огромное, конечно. Потому что, да, мы сейчас пока еще тестируем этот продукт, поэтому любое мнение для нас очень важно. Вот. Понятно. Если что, я могу вам ВКонтакте подробную информацию отправить. Может быть, когда-то для вас это станет актуальным. Может быть, что-то мы сделаем со стоимостью. Вот сейчас пока не готова говорить, получится ли у нас ее снизить вот на том этапе, где мы находимся. Ну, а вдруг? Давайте тогда мы с вами будем держать связь. Если что-то у нас новое появится, будем вам писать ВКонтакте, хорошо? Хорошо. Все. Да, спасибо огромное, что пообщались со мной. До свидания. До свидания.